Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Виктор Балет. Сегодня я хотел бы вам прочитать очень красивое стихотворение, которое мне очень понравилось. «Мы стареем не от старости». Александр Евтушенко. Мы стареем не от старости, не от прожитых годов. Мы стареем от усталости, от обид и от грехов. От тоски и обреченности, от несбывшейся любви, от житейской безысходности, повседневной суеты, от забот, что только множатся, от проблем, что не решаются. Мы стареем раньше возраста, ибо души иссушаются.